Я хочу вас попросить, Леонид Антонович, чтобы вы делали пожелания братьям, братскому совету или братьям, или нашей церкви, все наши церкви, пожелания. Попросить у Бога силы на более интенсивную работу. Да благословит вас Бог. Аминь. Аминь. Седьмого класса, тогда до седьмого класса учились. Встречаюсь. Вот так, просто иду и встречаюсь с ним. Учебный класс. У нас же там все небольшое, учительское. Панорама. Я забываюсь. Я уже
забываюсь некоторые слова. Итак, было больше. Слава Богу. Он ее преподал в таком виде. Я иду с вокзала, он идет на вокзал. О, а ты это куда? Значит, он как всемогущий, он как везде присутствующий. А почему это букашка явилась? А я на, как это, на праздничная команда, праздничные, праздничные дни, праздничные камни. Выходные, да. А я на праздник. Октябрь. Октябрь уже наступил. Я же учился в школе, а теперь я учусь в техникуме рядом. И он не знал, что я поступил. Молимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за все. За то, что я Твое дитя. Я помню тот свой возраст, когда Ты меня нашел в этом мире. Я помню, как Ты меня воспитывал, как Ты меня воспитываешь и сегодня. Я помню все то, что Ты допускал в моей жизни и допускаешь. За все говорю. Слава Богу. Хочу, чтобы воля Твоя проявлялась в моей жизни, везде, всегда, во всем. Твоя воля, но не моя. Хочу исполнять волю Твою. Если воле Твоей угодно, я знаю, что Ты это можешь сделать и сделаешь, чтобы я еще трудился. Благодарю Тебя за всех моих помощников. Благодарю Тебя за всех братьев и сестер, которые молятся мне. Благодарю Тебя за все обстоятельства моей жизни. Хочу в Твоих руках быть не только здесь, но и в вечности. Хочу исполнять волю Твою. Вразумляй меня и помогай мне. Слава Тебе, честь, хвала и благодарность, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.